современном мире для большинства людей огромное значение имеет зрение, которое во многом определяет качество жизни человека, его интеграцию в обществе. Что же поможет сохранить зрение? Как не навредить глазам? Что делать, если проблемы уже есть? Много вопросов, ответ всегда один. Необходимо обращаться к врачам. И это не совет, это незыблемое правило, которое должен соблюдать каждый человек, поскольку качество нашей жизни определяет качество нашего зрения. Это взаимосвязанные понятия. Современные медицинские технологии расширяют человеческие возможности, и сегодня врачи-офтальмологи медицинского центра «Новое зрение» помогают многим категориям пациентов. Внедрение современных подходов в лечении, новейшее техническое оснащение и, самое главное, высочайшего класса врачей – это то, на чем строится работа клиники. Клиника «Новое зрение» в городе Бресте активно функционирует уже 2 года. За это время количество людей, которые обратились за лечебно-диагностической и хирургической помощью, идет уже на тысячи. Помимо постоянного обновления материально-технической базы, мы прикладываем максимум усилий, чтобы создать комфортную атмосферу во время пребывания и лечения у нас. Касаемо логистики, клиника проектировалась с большим запасом по мощности. В день мы можем принять до 150 человек. Сделано это для того, чтобы пациент не ждал. Срок ожидания обследования пациента максимально 2 часа. Офтальмологическая патология зачастую не дает времени на промедление. Чем раньше начато лечение, тем лучше конечный результат. В нашей клинике сделано все, чтобы понятие «очередь» не существовало в принципе. В апреле 2019 года в операционных клинике «Новое зрение» внедрена частичная роботизация глазных операций. Сегодня в хирургической практике активно используется новейшая система визуального трехмерного контроля за выполнением вмешательств на органы зрения. Безболезненно и с микронной точностью воздействовать на ткани глаза при помощи лазера – это прорыв. В медицине – это реальность. В «Новом зрении» применяется 3 вида лазеров – коагулирующего действия, обладающие свойствами фотодеструкции и эксимерные лазеры. Именно использование этих технологий в сочетании с профессионализмом врачей позволяет вернуть человеку зрение. При помощи современных лазерных установок доктора нового зрения оперируют пациентов с близорукостью до минус 20, исправляют дальнозоркость и астигматизм до 6 диоптрий и более. Это лазерная коррекция зрения. Процедура востребована среди молодого населения. Касаемо лазерной коррекции зрения, сегодня мы имеем самые быстрые и точные лазерные установки, которые есть на данный момент в мире. Они несколько раз в год проходят апдейты до самых современных модификаций. В связи с востребованностью услуги в клинике 3 операционных дня в неделю. Это четверг, пятница и суббота. Вмешательства настолько щадящие, что многие пациенты не нуждаются в больничном листе. Уже через пару дней им доступно то, для чего раньше требовалось ношение очков и контактных линз. Вождение автомобиля, медицинские комиссии, активный отдых. Технология 3D-визуализации позволила отдать максимальный контроль за ходом операции, увеличила точность проведения процедуры и позволила сократить время нахождения пациента в операционной. Невероятно, но факт. Операция длится порядка 4-5 минут. Работа лазера занимает 10-15 секунд. Все остальное – подготовительные этапы. Ingenuity Visualization System представляет собой 2 видеокамеры, как 2 глаза у человека высокого разрешения, 55-дюймовый монитор и поляризационные очки. Система имеет широчайший динамический диапазон цветопередачи. Это разница между самым светлым и самым темным цветом, который может захватывать и передавать цифровая камера. Соответственно, чем этот диапазон больше, тем больше деталей будет видно на экране. Полученную картинку камеры передают на монитор, а хирург в 3D-очках видит объемное изображение с ультравысоким разрешением и контрастностью, глубокой цветопередачей, которая при необходимости может быть увеличена или преобразована спектрально в другое, без малейшего ущерба для качества и обзорности. Доктор, в зависимости от клинической ситуации, может применять различные фильтры, которые помогут ему увидеть самые мелкие структуры на операционном поле. О преимуществах говорят сами пациенты. Операция переносится лучше, уже через несколько часов человек начинает видеть. Именно видеть совсем по-другому. У меня очень плохое зрение. Когда проверялась, буквально даже первой строчки не видела, поэтому жизнь была тяжелая. Вот. А после операции это как вторая жизнь. Все здорово? Да.
Все идеально. Я вышла уже буквально на следующий день, я видела абсолютно все. Счастливая, довольная, да. В другой жизнь иду. Ты утром встаешь, как новый человек. Такое ощущение, или в очках, или в линзах. Совершенно, ну, постоянно хочется их или снять, или одеть, как поправить. Ну, то есть не верится абсолютно. На современном уровне проходят операции по удалению катаракты. Хирургия катаракты сегодня – это безболезненно, бесшовно, малотравматично и безопасная операция, которая длится около 15 минут. При этом не требует длительной реабилитации. Врачи нового зрения возвратили и возвращают зрение сотням тысяч пациентов. Человек начинает видеть мир своими глазами, без посредников. Касаемо хирургии катаракты, наши доктора работают в плотном сотрудничестве с докторами экспертного уровня клиники «Новое зрение» города Минска – Табалевичем Юрием Семеновичем и Белькевичем Юрием Леонидовичем. Такой схемой работы мы решаем сразу две задачи. Идет постоянный обмен опытом между докторами, и в клинике отсутствует такое понятие, как отказ пациенту ввиду сложности случая. Также в клинике представлен весь современный модельный ряд интраокулярных линз. В стенах нового зрения сосредоточены передовые технологии. И касаемо оборудования, и касаемо персонала, который владеет этим оборудованием. Да, по сути дела, на сегодняшний день в стенах клиники оперируется вся палитра офтальмологической сложной патологии. Катарактой сейчас никого не удивишь, то есть катаракта делается практически во всех частных клиниках и государственных, но катаракта катаракте рознь. В новом зрении, несомненно, поток пациентов со сложной катарактой, он велик. И он не уменьшается, а по статистике даже увеличивается. Касаемо витриоретинальной патологии, мы уже давно ей занимаемся, и в принципе практически любые варианты того, что происходит в глубине глаза, они подвластны хирургии. Не всегда, к сожалению, получается сделать тот результат, который хочется пациенту, потому что патология бывает очень запущенная. Но технологически провести сложные операции на сегодняшний день не составляет труда. Немало заболеваний глаз и у детей. Близорукость и дальнозоркость, астигматизм и амблиопия, косоглазие и многие другие, врожденные и приобретенные. Лечение малышей и подростков проводится на самом современном уровне с использованием лучших мировых и авторских методик. В клинике существует отдельная диагностическая линия для наших маленьких пациентов. Мы обследуем детей от 3 лет. Возможен осмотр и до 3 лет по предварительной договоренности с детским доктором. Мы можем нашим пациентам предложить абсолютно любое удобное время. И после школы, и после работы у нас кабинеты открыты с утра и до вечера. Мы ведем вечерний прием, многим работающим мамам это удобно. Кроме того, для иногородних пациентов, для пациентов, которые хотят приехать к нам из маленьких регионов Брестской области, естественно, открыт прием целый день, в субботу и воскресенье. Это удобно, это можно посмотреть замечательный город Брест, который в этом году отмечает свой юбилей, и одновременно посетить нашу замечательную клинику. Важно помнить, что только вовремя диагностированная патология, ранняя хирургия являются гарантом сохранения вашего зрения на долгие годы. А потому при малейших проблемах обращайтесь в новое зрение. Тем более сегодня в медицинском центре работают специальные акции. Суперцена на лечение катаракты с линзой премиум-класса и летняя акция на лазерную коррекцию зрения.